Thank you.
Для чего мы приехали сюда? Ну вот, наша миссионерская группа, большая группа, приехали в детский дом. Несем сиротам все лакомки такие, все вкусные изделия. И мы все очень рады здесь. Первая наша остановка. Дальше будет продолжение следовать. Я думаю, что мы будем иметь хорошее служение, хороший день сегодня. Это только у нас вот первая остановка, мы только начинаем. Просим Божьего благословения, радуемся и верим, что Бог будет прилагать спасаемых к церкви. Сейчас вот начинаем разгружать продукты. Детский центр будем детям подарки раздавать пасхальные. Будем детям раздавать предпасхальные подарки. Будем оставим продукты. Ну, после того, как проведем служение, поедем на следующий объект. Следующий будет объект там, где рабы. Поедем туда. И сегодня планируем 4 служения провести. 4 или 5, да? Ну, уже как Бог, как Бог, да. Хорошо, все.
Даже если мать оставит, не забудет Бог тебя. Он, отец твой, твой создатель, помни, ты не сирота. Христиан на свете много, вместе мы одна семья. О, малютка, помни, ты не сирота. Несмотря на все проблемы, там любовь Христа царит. Одинаково к детишкам через Фернандо и Эдит. Двум супругам Бог когда-то даровал нелегкий труд. Через их большое сердце деткам дал Господь приют. Даже если мать оставит, не забудет Бог тебя. Он, отец твой, твой создатель, помни, ты не сирота. Христиан на свете много, вместе мы одна семья. О, малютка, помни, ты не сирота. Церковь деткам помогает, братья, сестры едут к ним. Бог их труд благословляет, радость деткам Бог дарит. В детском доме деток много, братья, сестры, нам они. Вознесем молитву Богу, чтоб Он их благослови. Даже если мать оставит, не забудет Бог тебя. Он, отец твой, твой создатель, помни, ты не сирота. Христиан на свете много, вместе мы одна семья. О, малютка, помни, ты не сирота. Даже если мать оставит, не забудет Бог тебя. Он, отец твой, твой создатель, помни, ты не сирота. Христиан на свете много, вместе мы одна семья. И ты не сирота. Ты не сирота.
el amor de ustedes, pero no es el amor de ellos. Es el amor que viene de Dios para ustedes. Es importante que en este momento ustedes tomen una decisión y puedan decirle al Señor, Señor Jesús, sí quiero estar contigo. Señor Jesús, sí te necesito. Dependemos de Dios. Y Dios es el único que nos puede ayudar. Yo no sé si ustedes algún día pudieron hacer una oración y decirle al Señor, Señor, yo te acepto en mi corazón. ¿Ya lo hizo usted? ¿Ya lo hizo usted también? ¿Ya lo hicieron también? ¿Aceptar a Jesús en su corazón? ¿Poderle decir a su corazón? Трудной житейской борьбе, друг мой, начни ты молиться, это даст силу тебе. Если заботы с нуждою давят усталую грудь, Бог да пребудет с тобою и уравняет твой путь. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Если мечты и желания жизни разбиты твои, не оставляй упования в силу Христовой любви. Если болезнь и страдания душу твою потрясут, в тяжкие дни испытания слезы из глаз потекут. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Друг мой, начни ты молиться, сила поверь же в мольбе, ею твой дух укрепится и станет легче тебе. В бурях житейских волнений будешь спокойно, тихо, в жизни исчезнут, как тени, приступы зла и греха. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Царица в ранних мрачных стенах. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Кто и кто утомленный, Богу пусть тот вас зовет, сердцу усталому в жизни силу молитва дает. Thank you.
Вы верите, что Иисус любит вас? Ustedes creen que Jesús les ama? Аминь. Аминь. Я хочу немножко, я смотрю, что сегодня много детей здесь. Puedo ver que hay muchos niños aquí. Я хочу сегодня больше обращаться именно к детям. Y me gustaría hoy hablar más con niños. Потому что Иисус обращал свое внимание сильно много детей. Porque Jesús hablaba mucho con los niños y ponía su atención. Он говорил, пропустите их ко мне. Él decía que niños tenían que venir a él. Он любил детей. Porque Jesús amaba a los niños. И он хочет. Y él quiere. Чтобы вы могли полюбить его. Que ustedes empiecen a amar a él. Я хочу немножко поговорить сегодня об одном юноше. Y me gustaría hablar con un muchacho, con un joven, por un joven. Об одном мальчике. De un niño. Его зовут Давид. Se llamaba David. Мы предстоим пред лицем Твоим, мы предстоим, Господи, мы призываем небо, Господи, призываем Тебя, во имя Иисуса Христа. Хочу со всеми поделиться тем, о чего поет моя душа. Господь меня несет в своей деснице, которую соткал Он небеса. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. Я просыпаюсь с утренней зарею, чтоб с ней Тебя, мой Бог, благословить. Душа моя наполнена Тобою, наполнена я песнями любви. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. Тебе лишь одному мое стремление, не по душе другой мне кто-нибудь. И я с утра ищу с тобой общенья, чтоб в чудных Божьих ласках утонуть. Я счастьем небесным обеспечен, и потому от радости пою. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу. О мой Господь, хоть Ты бесконечен, я все равно обнять Тебя хочу.
ты мой Бог своею властью. Вселил мне в сердце мир свой уют. Текут из глаз моих потоки счастья. Благословения Божии текут, благословения Божии текут, благословения Божии текут. Brothers and sisters, we came all the way from California. Hermanos y hermanas, hemos venido, venimos de California. And I would like to bring you greetings from where we came from and our church. Y quiero darles saludos de parte de nuestra iglesia. When we left, our church blessed us and said to tell all of you our greetings. Y cuando nosotros nos venimos de allá, la iglesia de allá nos dio las bendiciones. Y nos dijeron que compartiéramos esas bendiciones con ustedes. But I also would like to greet you from the words of God. Pero ahora les voy a compartir de las palabras de Dios. Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord to you. La gracia, la paz de Dios para que sea con todos vosotros. Сколько б ни было в мире дорог, сколько б ни было в мире путей, не дороги прекрасней, чем Бог приготовил в заботе своей. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли? Плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Сколько дней было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть,
только он один тебя научит жить. Так подумай же, друг, ты теперь, по какой бы дороге пойти, не закрылась пока еще дверь, дверь спасения на вашем пути. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая лень, здесь на земле нужна. Bienaventurados aquellos cuales escuchan la palabra de Dios. Bienaventurados, la palabra significa ser felices. Что вы слышите это слово Божье, эту весть благую о вечном искупителе нашем Иисусе Христе. Ustedes son felices porque pueden escuchar la palabra de Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Quiero leerles, quiero explicarles rápidamente. Y queremos unirnos con todos los hermanos para hacer una oración por todos los niños, por todas las niñas, los adolescentes. ¿Cuántos adolescentes hay aquí esta tarde? A ver las manos arriba. Adolescentes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, jóvenes. Jóvenes, ok. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos niños hay? ¿Niños? Manos arriba, niños y niñas. ¿Niños y niñas? Manos arriba. Hay muchos niños. Ой, какие вопросы стали. Жизнь, серебрятся виски, и стоишь ты в раздумье, что же в жизни ты видел, и морщины твои, беспощадны они, говорят о тех днях, что в страдании прошли. А душа в твоем теле так томится, страдает, рвется, хочет домой, в ту небесную высь. Отпусти ты ее, завтра вдруг опоздаешь, дай свободу душе. Проходят, летят жизни здесь на земле, так уходят они, где-то в вечности канут, а глаза лишь твои, так уныло глядят, нету радости в них, все
душа в твоем теле так томится, страдает, рвется, хочет домой, в ту небесную высь, отпусти ты ее, завтра вдруг опоздаешь, дай свободу душе. Христос ко кресту прибитый. Я сегодня стою у креста, вижу слезы Христа и раны. За спиной у меня суета, новый мир, новый свет. Я сегодня стою у креста, вижу слезы Христа и раны. Впереди новый мир у меня, новый свет. Все, что было и быть могло, что казалось душе не чуждым, все, что сердце мое влекло, представлялось большим и нужным. Агнец чистый, отдавший жизнь, сердце внемлет святому зову. От Голгофы мой путь лежит, новый путь по следам Христовым. Дух мой томный обнови. Я молю тебя, Господь.
Здравствуйте. Доброе утро. Собрались утром, да, отдохнули чуть, собрались и сейчас подкрепимся и дальше, да? Дальше. И путь дорога. Да, вчера сколько, 6 служений имели, по-моему, слава Богу, благословил. Да. Сегодня хотим еще 2 служения, заведем за сиротский дом, старческий дом. И вперед, вперед, Господь зовет. Да, да, благословит Господь. Благословит Господь. Да, хорошо, пойдем. Y vemos que ya hay hermanos que están compartiendo la palabra de Dios con ustedes. So today we'll sing a couple songs with you. Vamos a cantar un par de canciones. And we'll also pray with you. Y vamos a orar con ustedes. And ask that God would protect every one of you. Que Dios pueda proteger a cada uno de ustedes. And that His blessings be upon you whenever, wherever you go. Amen. Y la bendición de Dios podrá ir con ustedes a donde quiera que vayan. Спас не зря, чтоб с тобою были мы друзья. Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, чтоб Царство Божье было на земле. Мы нужны друг другу, Бог нас спас не зря, чтоб с тобою были мы друзья. Так давай служить теперь ты мне, а я тебе, чтоб Царство Божье было на земле. Мальчик уже где-то 10 лет, а он не растет, он просто калека в тенцем жизни. И его тут бросили. В тенцем родители, короче, бросили даже, а я не знаю, где, кто его папа, мама. Что он говорит, что значит, этот мальчик не его сын, этого человека. Он говорит, этот человек, он ее принял как своего родного сына и заботится за него, как за своего родного сына. Хотя этот мальчик, как он калека, как он раньше там чуть нам говорил, этот мальчик калека, говорит, его привезли сюда 6 лет назад, когда он еще был маленьким ребенком. И с того момента они за ним заботятся, как за своего родного сына, и все отдают как бы для него, как для своего родного сына.
Nosotros oramos en el nombre de Jesús. We, you know, we as humans, we're all humans. Todos somos humanos. Only God is the one that is able to do anything. Dios es el único que puede sanar, que puede hacer cualquier cosa. Because we know that He's the Almighty One. Porque él es todopoderoso. He's the one that created us. Él es el que nos creó. He's the one that is able to give us help. Él es el que nos puede dar la salud. So we pray in the name of the Lord. Nosotros oramos en el nombre del Señor. Amen. Amen. Oh,
ты.